В Твери прошел второй межмуниципальный форум «Созвездие», организованный Комитетом по делам молодежи Тверской области. Креативной площадкой для участников стал Тверской государственный университет, где собрались школьники и студенты. С активной молодежью областной столицы пообщался наш корреспондент. Нынешнее время – это время возможностей, особенно для молодежи. И для участников форума это стартовая площадка, где они не только интересно проводят время, но и проявляют себя, свои лидерские качества и инициативы, налаживают дружеские и деловые контакты. Ведь одна из целей программы – формирование актива перспективной молодежи, которую в будущем примут участие в решении социально значимых проблем своего города, поселка, а в дальнейшем, возможно, и области. Основная задача – это, безусловно, научить их коммуникативному такому опыту взаимодействия, проективному мышлению среди молодежи, студенческой и школьной молодежи Тверской области. Задача сейчас в рамках межмуниципальных форумов провести эти квесты, квизы на местах, и после этого лучшие будут отобраны на региональный форум. По словам организаторов, форум «Созвездие» – это современный социально-образовательный проект, направленный на выявление активистов среди молодежи Тверской области и развитие их лидерского потенциала. В начале мероприятия всех участников приветствовал временно исполняющий обязанности ректора Тверского государственного университета Сергей Смирнов. Я рад приветствовать не просто в стенах Тверского университета, но и в стенах старейшего здания. Вот здесь вот сама аура, сама атмосфера, она подвигает на добрые дела. И вот эта аура выражена и в портрете Павла Павловича Максимовича, основателя школы, и в самом помещении, которое видела тысячи студентов, знаменитых студентов. Молодежные тренеры из Тверского госуниверситета провели свои мастер-классы по развитию ораторских способностей и навыков в работе в команде, специфике продвижения инициатив в виртуальном пространстве, а также ребятам рассказали об особенностях создания и презентации социально значимых проектов. Я хочу поделиться опытом в развитии мягких навыков, да, эмоциональный интеллект, креативность и также что-то взять от наших участников. Мягкие навыки – это как раз те навыки, которые помогают нам в жизни, помогают нам состояться, найти работу, креативить, выступать, например, да, и чувствовать себя как рыба в воде в сложных жизненных ситуациях. По итогам форума все получили сертификаты участников. Но главное – это взаимодействие, новые знакомства, общение и положительные эмоции.